Понял. Ты ведь знал, что бомба наша, и не сказал! Что еще скрываешь? Может, из тебя выбить правду? Подумай как следует, Вудс. Так, успокоились. Ваши разборки не помогут поймать Персея. Почему не сказал, что это наша бомба? Чтоб мы ему задницу прикрыли. Этот урод врал нам всю дорогу. Это не ложь. Это умолчание. Это твой конек, да, Хадсон? Манипуляции людьми. Сознательное искажение правды. Правды? Нет. Только выбор, кому верить. Адлер знает об этом все. Верно, Рас? Этот зеленый свет. Что это? Выкладывай. В 58-м шла гонка вооружений. Эйзенхауэр решил, что мы не успеем отреагировать на вторжение в Европу. И дал старт операции «Зеленый свет» — секретной программе по закладке атомных бомб во всех крупных городах Европы. В качестве страховки — на крайний случай. В 74-м бомбы заменили на мощные нейтронные, способные уничтожать людей без вреда для инфраструктуры. Тысячи сгорят живьем, а ты говоришь о сраной инфраструктуре. Цивилизованно. Убиваем людей, сохраняя здания. Мы хотим защитить свой жизненный уклад. Давно знаешь о пропаже бомбы? 8 недель назад с одной из бомб пропала связь. Мы до конца не были уверены, что это Персей, пока не увидели ваши снимки из Берлина. Так, американская бомба находится у врага. А если он ее взрывает, тогда США становится всеобщим врагом номер один. Этого бы не было, исполни ты свой долг, убив Персея во Вьетнаме. Знаешь, Хадсон, в другой раз я не остановлю Вудса. Надо узнать, зачем Персею понадобилась бомба. Парк. Что еще было в той распечатке, притащенной из базы? Там упоминаются какие-то раскопки на Урале. В Ямантау. Наш человек в КГБ подтвердил факт операции. Ямантау. Я думал, Хадсон и Уивер там давно все зачистили. Верно. Персей хочет добраться до старой ЭВМ. Значит, Драгович и Штайнер оставили там кучу ценного? Штайнер, отправь нас с Вудсом. У тебя личные мотивы. А проколы здесь недопустимы. Ерунда. Ты знаешь, что я лучше всех справлюсь. Решать мне. Поручаю это Мейсону и Вудсу. Найдите ЭВМ раньше, чем Персей. Я свяжусь с Беликовым, нашим агентом в КГБ. Он обеспечит транспортную поддержку. Черт, он захочет управлять вертушкой. Чтобы Персей не искал в Ямантау, мне это нужнее. Первое задание вон за той горой. Спасибо, Дмитрий. Как найдем ЭВМ, свяжемся по радио. Вудс, а ты знаешь, что в КГБ делают с двойными агентами? Нет? Да. Если они победят в этом сезоне, я готов пойти на расстрел. Ха. Но топливо у меня только на час. Потом ищите другой транспорт. Идем, Мейсон. И это наш человек? Пусть запах перегара тебя не обманывает. Дмитрий серьезный парень. Он знает, где у них зарыты трупы. И лично зарыл половину из них.
Осторожно, дозорные на горе. Сделаем это тихо. Ага, эксперт по тихой работе. Я как луковица, Мейсон. Уж ты-то должен знать. Метка. Неплохо. Идем дальше. Так точно. Пошумим, да? Это хорошо. Один разгильдяй твой, второй мой. Метка. Хлипковато как-то. Но если он выдерживал коми... Заглянем к ним в гости. Если он выдерживал коми... Ну, вперед! Заглянем к ним в гости. Проще простого. Это старая станция связи. Столько лет, а еще стоит. Хоть и с трудом. Идем дальше. Метка, еще видишь? Снайперы, не попадайся им на глаза. Пригнись, старайся не светиться. Снайпер убит. Хорошо стреляешь. Погнали. Они убиты, заходим. Посмотри. Почти готов к работе на седьмом участке. Извлекли выявление данных и готовимся к транспортировке. Когда кран будет готов, сразу же дайте мне знать. Так точно. Я плохо помню русский, но, по-моему, они собираются поднять ИВМ с помощью крана. Найдем кран. Найдем ИВМ. Арбалетная стрела. Похоже, здесь порезвился Хадсон. Вряд ли он узнает эти руины. Проверь лестницу. Хорошо, что я не боюсь высоты. Это точно работа советских инженеров. Пошла! Бегу!
тот самый бункер. Машинный залп. Раз я шел первым. Ты что, придумал? Как скажешь. Мейсон, что у тебя? Черт, пушку уронил. Там внизу тоннель. Тебе придется искать другой вход. Понял. Вудс. Отлично. Черт, холодновато. Место было заброшено после схода лавины. Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. В любом случае, нам пора идти. Ты что, боишься привидений? Я боюсь заблудиться и замерзнуть нас, слушая твои идиотские байки. Да, слышу тебя. Ты где-то близко. Боюсь, благодаря твоему шуму о нас теперь знает весь Советский Союз. Хорошо поработал. За это мне и платят. Сюда, шеф. Мейсон, бери трубу. Найди что-нибудь, чтобы поднять АВМ. Раскопы видишь? Если я правильно понял карту, поверни на пару градусов левее, севернее. По-моему, им тут нужна не только ЭВМ. У
Штайнера было много безумных проектов. История с Новой 6 — лишь верхушка айсберга. Кажется, они уже собираются уходить. Бинго. Там, где стоит этот кран, на карте отмечен раскоп. Кажется, это оно. Нашел ИВМ? В западной части базы стоит большой кран. Захвати лебедку. То есть, лебедку? Извини, мешаешь. У них кран, у нас вертушка. Поднимай! Начинаю подъем!
лагеря, Дмитрий! Забирай нас! Хадсон? Мы закончили анализ ОВМ, которую Мейсоны Вудс привезли с Ямантау. И? Персей искал имена спящих агентов Драговича, задействованных в 68-м. Дайте нам эти имена. Группа Адлера их выследит. Персей их стер. Твою мать. Есть только одно место, где можно получить эти сведения. Дом на Лубянке. Что? Штаб-квартира КГБ? А почему тогда Персей сам туда не заглянул? Не знаю. Возможно, он работает без приказа сверху. Я сообщу Адлеру. Но тогда надо делать все как следует. Или не браться вообще. Беликов снова в Москве. План вы знаете. Белл, пойдешь со мной. Лазарь, на тебе эвакуация. Вы вместе пойдете на Лубянку? Ты что, рехнулся? Дождись Мейсона или Вудса. Мне не нужны Мейсон и Вудс. Ее навыки нам пригодятся. Издеваешься, да? Ты понимаешь, что это излишний риск для всей операции? Он не излишний. Он рассчитанный. Пойми, что если ты облажаешься, мы не получим эти имена. Это конец. Я в тебя верю. Хадсон не доверяет тем, кого не может контролировать. Да, временами вообще ничего не слышно. О, тут привезли новый увеличитель. Поставил в темной комнате. Кстати, тебе ни о чем не говорит такое имя, как мадам Гильза? О, звучит знакомо. Окленд. 6, 8, 3, 4. Феникс. 4. Да, Белл, у тебя получилось. Теперь мы знаем все, что нужно. Пора брать Олдрича.